еще одно искусственное озеро. И справа получается вот от канатной дороги. Вот это будет низкая пагода Чуклам. Век компьютерных технологий особенно важно периодически отрываться от работы и привычных развлечений, чтобы окунуться в красоту и чистоту природы. Рыболовно-охотничья база у Михалыча размещена в регионе, где сохранились вековые традиции охоты и рыбалки. И если вы любитель уединенного лова или владеете охотничьим искусством, добро пожаловать! Мы находимся на острове, полностью окруженном водами красавицы Волги. Вы оцените преимущества расположения и открывающиеся возможности. К вашим услугам комфортные номера четырех категорий – стандарт, полулюкс, люкс и VIP – позволят выбрать наиболее подходящее для вас размещение, где сможете отдохнуть после удачной рыбалки или трофейной охоты.